Всем привет! Друзья мои, сегодняшнее именно вот это видео не планировалось, но поступило такое огромное количество вопросов, особенно почему-то вчера вечером. И поступали вопросы даже с Инстаграма. Обычно Инстаграм молчит, но это просто какой-то шквал. Что это, где это, как оно называется? Ну, называется оно филодендрон. Сортов очень много. Именно этот называется Narrow, если я правильно ставлю ударение. Вопросы, где купить? Ну, я купила в магазине. Зашла в магазин, увидела, немного посомневалась, куда ставить, но в итоге купила, потому что он мне очень-очень нравится, и вообще я без ума от ароидных. Это представитель семейства ароидных, то есть лиана. Большая, серьезная, мощная лиана. Поэтому, конечно же, посмотрите, как у вас с местом, сколько его будет хватать. Дальше, где покупать? В интернете. В интернете, в принципе, предложений достаточно. Я сейчас начала смотреть, чтобы дать вам ссылки, но дело в том, что, естественно, по разным странам магазины будут разные. Меня смотрят подписчики из многих стран. Мне это, конечно же, очень приятно. Но для всех-всех стран я подобрать не смогу. Поэтому просто погуглите, посмотрите, обязательно найдете подходящий для вас вариант. Они не самые дешевые, конечно же, в зависимости от размера, чем больше, тем соответственно, дороже. Но если говорить о растениях, не именно об этом сорте, а вообще о филодендронах, то я посмотрела по Украине от 156 гривен до 9720, самое дорогое увидела. Это зависит от, конечно же, от размера растения и, наверное, от популярности сорта. Но что я увидела? Дело в том, что никогда раньше не приходило в голову вырастить филодендрон из семян, но оказывается, они продаются и с семенами. И, по-моему, филодендрон селла, мексиканский змей. Очень красивые листья, резные-резные. Но если у этого листик длинный, вот вы видите, сам листик, только что перемерила еще раз, сам листик вот до этого череночка 36 сантиметров, и еще череночек 25, то тот листик, ну понятно, размер я вам не смогу озвучить, он более круглый, но настолько резной, прям вообще вот так. Вырезан очень красиво. И семена, только что в каком-то из магазинов увидела, в гривнах семена 15 гривен, там 5 штук, 5 штучек семян, а в рублях мне попалось, то ли 56, то ли 59 рублей, что-то такое. То есть посмотрите, конечно же, купить растение, взрослое растение не всем будет по карману, а попробовать вырастить из семян вполне возможно. Главное, чтобы семена были свежие. Потому как, разумеется, чем дольше они хранятся, то всхожесть снижается. Поэтому попробуйте, в конце концов, это интересно. Да, это очень красивое, но помните, что это, даже если вы будете выращивать из семян, и у вас, надеюсь, все получится, то это вырастет большая лиана. Большая. И, ну, у меня, конечно, места тоже немного, но для цветочков я его найду всегда. Надеюсь, ответила на вопрос, что это? Это филодендрон. Посмотрите виды филодендронов, увидите самые-самые разные сорта и, возможно, выберите какой-то, который вам понравится еще больше. Где купить? Я купила в обычном магазине, не в гиперах, нет, в специализированном цветочном магазине. Причем там, возможно, могут привезти цветы под заказ, но именно этот я не заказывала. Ну и, как обычно, интернет. Интернет-магазины, пожалуйста, смотрите, какие вы знаете, какие ваши любимые и так далее. Ответила на вопросы, еще раз показала цветочек. Вот у него разворачивается новый листик. И если не ошибаюсь, по-моему, да, вот там уже следующий. Как же, чтобы лучше было видно.
В общем, вот такая манюня разворачивается. Я, как всегда, в восторге. Ну и, видимо, мои восторги все-таки передались и даже через интернет вам. На этом на сегодня я с вами прощаюсь, а то могу долго говорить. Желаю всем только прекрасного настроения и обязательно найти цветок своей мечты. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!